сидящий, что посеешь, что пожнешь. То сегодня вы посеяли, завтра точно так же, ну, как бы, пожнем. Потому что, ну, Бог поругаем не бывает, это точно уже стопроцентно. Я хочу просто помолиться, и после чего мы начнем. Сегодня мы не будем задерживать, да, то есть это не будет долгая церемония. Просто скромно посидим, да, и получим призы, и туда зайдемся. Хорошо, да. Все, я тогда начну с молитвы. Господь, святой чудный Бог, я от всего сердца благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою благодать, за Твою милость, Господи. Благодарю Тебя за этот турнир, который Ты нас благословил, Господи. Спасибо Тебе за этот зал, за то, что Ты чудным образом дал возможность там играть, Господь. Благодарю Тебя за всех игроков, которые там были, Господь, за всех организаторов, которые, ну, столько взяли ответственности на себя, Господь. Просто благослови, чтобы в их командах все было замечательно, чтобы они достигали больших высот. И вот и наш сегодняшний вечер. Будь вместе с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, я, как всегда, мы пригласим с нашей церкви, с новой жизни, молодежь, мы подготовили небольшую программу для вас. Мы тогда их приглашаем. Бога нет. Рай, ад, сатана. Это все выдумки людей. Для того, чтобы держать народ под контролем просто. Ну, кто может в это поверить? Это же просто маразм, что ли, какой-то. Рай, ад. А самодостаточно. Довольно-таки не Бога без Бога. Я не чувствую его. А тут говорят, что я должен верить. Я верю в себя, в свои собственные силы. И людей, которые помогают мне, мне это достаточно, понял? Ты кто? Я сатана. Я не верю в сатану. И Бога не верю. Что ты делаешь? Ну, там ничего. Вот у тебя вот этот грех. Я не верю в грех. Конечно, греха нет. Бога нет. Дьявола нет. Ничего нет. Я полностью успешный человек. Конечно. И в этом нет заслуги Бога. Да? Все, что я достиг сам. Обязательно, да, конечно. Как-то неудобно. Не снимайся. Все хорошо. Ну, все живут. Это так сложно. Пойдем со мной. Куда ты тащишь меня? Я тащу тебя в ад. А, да нет. Ты не веришь в ад? Нет. Как бы не верит в Бога, не верит ни в сатану, но это не меняет сущности и не меняет сущности и реальности сатаны и Бога. Есть сатана, есть Бог. Ну, просто хочу немножко рассказать. Начну с сатаны. В общем, сатана, он когда-то был одним из самых красивых ангелов. Его звали Люцифер. Его сущности, он должен был, он занимался тем, что прославлял Бога. Он был одним из самых красивых ангелов. Но вся эта красота и вся эта слава и величие, которая у него была, в общем, он начал гордиться этим и говорить, что он может без Бога. И подбаривал просто других ангелов, чтобы они и шли за ним. Но Бог это видел и просто прогнал его. И на его место создал людей. И сатана просто очень сильно ненавидит нас. И всеми силами, всеми своими целями он все уложит к тому, чтобы просто погубить и уничтожить людей. Его основная цель — это заставить людей не верить ни во что. Просто команда — это Богдана Чичу, Алексея Гордеева, Виталика Погрелова и Вадима Панасенко. Можно вас сюда пригласить? То есть чего-то страшного не будет, чтобы знать. Не бьющий с ноги. Команда «Горизонт».
Хорошо. Кстати, сегодня вас снимают на видео, и в конце недели, можно сказать, будет гифт на сегодняшнем. Команда награждается, команда УБР. Награждается команда New Life. Награждается команда СИА. Теперь переходим дальше. Приглашаем в полном составе команду Гедеон, пожалуйста. За третье место мы награждаем команду Спасибо большое. Приглашаем сюда также четырехкратного чемпиона Христианской лиги, команду Зарница тоже можно. Знаєте, те, що Христос приходив на землю 2000 років назад, ми знаємо це з наших календарів. Коли ми подивимося на календар, то ми конкретно знаємо, що це від народження Ісуса Христа. Да? І я останнім часом дуже часто думаю над тим, як я проповідую Ісуса Христа, і що я роблю для того, щоб люди, які оточують мене, знали більше про те, що дав мені Бог. Знаєте, мої слова, вони можуть бути просто словами. Я вам можу розказувати про великі справи, які я роблю, про благочинність, чи ще про щось. І можливо це дійсно так. Але один мій поганий вчинок може перекреслити всі мої слова, я думаю. Да? Ну, ви погоджуєтесь з тим, що людині достатньо робити дуже багато гарних справ, бути, мати гарну, порядну, як правильно сказати? Репутацію, так. Да. Мати гарну, порядну репутацію. Але один раз їй варто зробити щось не зовсім бур'єнне. Да. Люди починають говорити про цю людину різні погані речі, і вона падає в очах цих людей. Знаєте, Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб допомогти людям боротися з гріхом. На сьогоднішній день гріх ніколи не подівся з землі, він є. Він є, і як він був 2000 років назад, так він є і сьогодні. Особисто мені з гріхом допомагає боротися Ісус Христос, Дух Святий. Але 8 років назад, чи навіть 9, коли я ще не знав Ісуса Христа, в мене був гріх і якісь погані звички, скажімо так, да? Чи якісь конкретні дії, які я знав, що це гріх. Я не міг з ним боротися, тому що людина, вона по своїй суті гріховна, да? І як вона не намагалася, вона не може
цього перебороти. Але тільки Бог, Він дає силу перемагати. Він дає силу перебороти гріх. Знаєте, я проповідую Ісуса Христа. Я не проповідую свої вчинки, я не проповідую те, що я зробив для когось, що я кому дав. Я проповідую конкретно те, що зробив для мене Ісус Христос. 2000 років назад Він прийшов сюди на землю, і Він дав можливість мені 2000 років назад, 2000 років назад, Він дав можливість мені сьогодні боротися з грехом. Пролився свою святу кров, я маю сьогодні можливість боротися з грехом. І знаєте, найбільше моє бажання, можливо, тому що особисто я звернув увагу на Бога як такого, да? Це через людей, які жили біля мене. Це були віруючі люди. Я, дивлячись на їхнє життя, просто звернув увагу на те, чому вони так живуть. Я сьогодні почув таку фразу, це доволі знайома фраза вам, я думаю. Люди часто думають, як жити, особливо в цей складний час, в кризу, да, як прожити, як там викрутитися, як витягнутись. Але люди так рідко думають, для чого жити. Як жити і для чого жити? І знаєте, коли дивився на цих людей, я просто розумів, що вони якісь, ну, не такі, зовсім не такі, які я і які люди оточують мене. Вони якісь інші. Вони якось живуть по-іншому. І я хотів бути схожим на них. Тому що в них була чудова сім'я, чого не мав, на жаль, я в своїх батьків. У мене чудові батьки, я нічим їх, я дуже пишаюся своїми батьками, я їх дуже люблю, але знаєте, вони. Ну, я скажу так, ну не були ідеалом тієї сім'ї, яку хотів би мати я, да? Тому що батько була 15-річна коханка, і про це знала мама, про це знав я, як старший син. Ну так воно було. Слава Богу, зараз все закінчилось. Моя мама покаялась, вона ходить в церкву, тато теж, якби, хоча він такий атеїст, але він теж ходить на служіння. Знаєте, дивлячись на цю сім'ю, я хотів стати таким, як вони. Вони нічого не заставляли мене читати Біблію, щоб кудись тягнути в церкву. Да, вони просто говорили, вовчик, є Біблія, є Бог, вибирай. Є життя, реальне життя. Да? І сьогодні мої великі бажання, знаєте, щоб, живучи тут на землі, люди, дивлячись на мене, просто задавали собі питання, чому він так живе, чому він так схожий на якихось інших дивакуватих людей, які ведуть себе по-іншому, які думають по-іншому. І я хотів би бути схожим на Ісуса Христа. Я хотів би, щоб люди, дивлячись на мене, бачили в мені справжнього християнина. Я проповідую вчення Ісуса Христа. Я говорю про те, що Христос прийшов на цю землю, щоб побороти гріх, щоб дати нам спасіння. Про це говорить Біблія конкретно. Про це говорить все людство. Тому що 2000 років назад почалась ера народження Ісуса Христа. І до сьогоднішнього дня, як і ми, є в ері народження Ісуса Христа. Хай вам Бог в цьому допоможе зробити той правильний крок в своєму житті. Зрозуміти не як прожити, а для чого жити. Ну, так от коротенько про те, чим хотів би ділитися з вами. І зараз ми перейдемо до нагородження, так? Я хотів би запросити собі пану СНВ. Что никто не приходит к Отцу, если не только через меня говорил Христос. Но вот у этого стиха есть и вторая сторона. Никто не приходит к Христу, если не привлечет его Отец, мой Небесный, говорил Господь. Получается как бы вот такой замкнутый круг. С одной стороны, мы не можем обратиться к Богу Отцу мимо Сына Его. А с другой стороны, мы не можем уверовать в Сына, если не будет то дано нам свыше от Бога Отца. Так рождается вера. Нельзя себя заставить поверить. Вот, Тёма, ты
Ты, наверное, всем командам здесь благовествовал уже по 3, по 5 некоторые раз, да? И все знают Евангелие, все знают его, ну, как бы досконально. Слышали, во всяком случае, точно. Кто-то уверовал, а кто-то нет. И вот вопрос, почему? У меня была такая ситуация футбольная, я уже ее рассказывал на рождении. Играем игру, проигрываем последние минуты, и тренер у нас на тайм-ауте, это футзал, собрал и говорит: пацаны, вы сильнее, поверьте, вы выиграете. Я помню, я стоял и пытался поверить, и не смог. Никто не может себя заставить поверить, правда? Человек не может родить из себя веру. Но вот такие интересные обетования Бог дал, что те, у кого уже есть эта вера, они по этой вере могут его просить, чтобы он дал веру тем, кого этой веры нет. Вот это вот чудо произошло, как когда-то со мной произошло. Неизвестно, откуда у меня вдруг она взялась, эта вера. Я не могу сказать, что я прочитал. Это чудо, которое дает сам Бог. Вот я сейчас хочу помолиться и попросить меня поддержать всех тех, у которого это чудо состоялось в жизни, чтобы он дал вот это чудо тем, у кого еще этого нет. Знаете, Христос сказал, что это подобно горчичному зерну, но самое маленькое из всех зерен, но если оно есть, потом из него вырастает громадное дерево, даже птицы небесные бьют гнезда. Вот так и с верой. Я сейчас помолюсь и прошу всех, у кого есть вот это чудо веры в сердце, поддержать меня в молитве за тех, у кого этого еще нет, чтобы Бог дал им это чудо. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты благословил людей и дал им надежду в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы не знаем, Господь, и без Тебя мы не можем сами поверить. Наше сердце настолько испорчено, что мы не в состоянии верить в добро. Спасибо Тебе, что по какому-то великой милости Твоей, по какому-то особому благоволению Ты даровал и мне, и многим здесь эту веру, и слава Тебе за это, Господь. Мы сейчас просим Тебя о тех, кто, может, 100 раз уже слышал о Тебе, Господь, может, знает даже Библию лучше, чем мы, но вот этой веры живой нет у него сердца, Господи. Я молю Тебя об этом человеке, об этих людях. Благослови их, пожалуйста. Дай им это чудо, Отец Небесный, чтобы они познали Христа и через него пришли к Тебе и прославили Тебя. И благослови, пожалуйста, все, что мы делаем и через футбол, и другие все направления нашей деятельности, благовестие, Господь, чтобы много-много людей услышало о Тебе, Господь, и познало Тебя. Если здесь есть кто-то, кто сейчас хочет получить этот дар, даруй ему обратиться к Тебе всем сердцем и просить Тебя, Господь, быть вот этим малым горчичным зерном, из которого потом вырастает громадное дерево веры, любви, истины и всей благости, которая только может быть у Тебя, Отец Небесный. Во имя Твоей молитвы нашей. Аминь. Аминь. Сердце шире. И сейчас еще раз. 3, 4. Все, спасибо огромнейшее.